98-й год. И вот здесь, где вот такие закладочки, это все пометки, сделанные рукой Антона Павловича. Синяя Брана, сколько вообще единиц у вас вещей там хранили? Как это правильно, да? Более 22 тысяч. Сюда входят как бы личные вещи. Сюда все входит, это все. Изобразительный фонд, документальный фонд. Вот, ну какой еще интересный вам показать? Вот интересный автограф очень. Это Михаил Павлович уже женился. И молодой его жене, Ольге Германовне Чеховой, Антон Павлович дарит свою каштанку. А вот здесь, вот видите, наш Мельховский дом. Кто-то, видно, из гостей сидит на той самой скамеечке, которая сейчас под окнами дома, на которой сидят экскурсанты. А раньше при Антон Павлович там сидели больные. А вот... Наверное, у вас уже, конечно, не тот трепет, когда вы берете эти фотографии, какой был, наверное... Когда первый раз. Нет, я считаю, все время трепет, особенно автограф. Ну что, это совсем искренне, что ли? Да, Ну, а у вас санитарный день как часто-то? Раз в месяц. Раз в месяц. Я очень люблю музей наш. Чехова в этом доме именно. Экспонаты, которые связаны с Чеховым. Обожаю его мелеховские произведения. И именно вот люблю находить в мелеховских произведениях вот что-то из нашей жизни. Какое вообще чувство у вас бывает, когда вы покидаете Мелехова, вот едете домой? Нормальный человеческий или? Нет, часто бывает нормально. А иногда вдруг вот что-то в голову ударит, не выключил лампадку в Павле Егорыче комнате. Хотя точно знаю, что я выключаю. Но вот начинается какое-то томление, что-то с тенами мне вдруг начинает мерещиться. А иногда даже было так, что я все-таки решаю, что чтобы спать спокойно, я приеду вечером и еще раз сама все посмотрю. Не опоздаете все? Нет. Ой, не дай бог, что я правда поздравляю. Ну, не волнуйтесь, у вас есть личная машина, я вас тут еще доставлю.